22 июня. Одна из самых тяжелых и печальных дат в истории нашей Родины. Огненные картины Победы – акция всероссийская. Раньше ее проводили только в городах-героях. Но в этом году организаторы расширили границы. И вот огненная инсталляция украшает Рязань. В лесопарке добровольцы зажгли более 7 тысяч свечей. Сегодня мы за основу взяли картину. Так как Рязань является столицей ВДВ, мы взяли за основу именно десантный шар ЛЭП, который стоит на Московском у нас здесь. И мы перенесли ее сначала фото в Photoshop, затем сделали ее черно-белой, потом мы ее масштабировали. Картина размером будет 10x12, и затем студенты Вагнера, художественного колледжа, помогли нам принести ее на асфальт. Художественное пламя сегодня зажглось практически во всех городах страны, причем каждый регион выбрал свой аутентичный символ. Его и воплотили на асфальте. В этом году подключились 17 регионов, в число которых также вошел и наш регион. Акция проводится по единому стандарту, по единой технологии в один и тот же день. Это с 21 на 22 июня в ночь. Посвящена 22 июня тех, кто пал в первые дни Великой Отечественной войны. Волонтеры Победы над созданием этой картины трудились несколько часов. Подготовка стартовала задолго до зажжения огненной инсталляции. В 23:30 образ заполыхал 1000 свечами в память о погибших в Великой Отечественной. Герман Гущин, Дмитрий Ефимов, телекомпания «Город».